дерево запас. О, это дело! Давай, Артём, строгнем! Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, и плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артём. Так вот, ну да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство, давайте. О чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помру. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Прошу. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнеть. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из Ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовились. У нас сила. Вячеслав Андреевич, вот рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артём, доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте
товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты «Черные» представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Чеслав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Надставить... Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д6. На! Молчишь? Еще один, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучёныш, власти без крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят. Стоять! А ты, стоять, ты... я сказал! Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все скажете. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с Черным что делать? Да, Черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался.
Ну, удачи.